Сторонники прокурдской народно-демократической партии Турции расценили как победу преодоление электорального барьера. НДП получила на выборах 13% голосов, что обеспечивает ей 80 мест в парламенте. Лидер партии, 42-летний Селихаттин Демирташ, признав, что для многих это стало протестным голосованием, пообещал отстаивать интересы всех поддержавших его избирателей. Это общая победа всех угнетенных. Турков, курдов, арабов, кавказцев, армян и боснийцев, алавитов, суннитов, христиан, евреев, езидов. Всех, кто подвергается дискриминации и кто хочет жить свободно в соответствии со своими убеждениями. По мнению наблюдателей, успех Народно-демократической партии может способствовать решению курдской проблемы. Этнические курды составляют около 18% населения Турции.